сегодня я вам хочу представить мировой бестселлер Джеймса Боуэна «Боб. Необычный кот». Теперь и для детей. О чем эта книга? Ну, конечно, о большой любви. Любви к братьям нашим меньшим, которая творит чудеса. Эта книга автобиографична. Она рассказывает о жизни уличного музыканта, который однажды повстречал рыжего, больного кота и не расставался с ним больше никогда. В 17 лет Джеймс уехал в Лондон к сводной сестре, чтобы воплотить в жизнь свою мечту о занятиях музыкой. Но карьера рок-музыканта не сложилась, и вскоре Джеймс стал бездомным, без средств к существованию. Ему приходилось жить либо в ночлежках, либо на улице. Пытаясь заработать на жизнь, он играл на гитаре для туристов. Но в 2007 году все стало меняться, когда Джеймс заметил на площадке бездомного раненого кота. Он на последние деньги отвез кота к ветеринару. После лечения кот был в порядке, но уходить от Джеймса не хотел, ходил за ним повсюду. Позже американский литературный агент Мэри Панчес предложила Джеймсу Боуэну поделиться своей необычной историей с читателями. И в итоге была выпущена серия книг, в которых вы можете подробнее узнать захватывающую историю Джеймса и Боба. Герою книги предстоит внести немало испытаний. Нелегка жизнь бездомного музыканта на улицах Лондона, который был вынужден заниматься продажей журналов, чтобы как-то прокормить себя. Но с ним всегда его рыжий ангел-хранитель – кот по имени Боб. А вы верите, что у каждого человека есть свой ангел-хранитель? Прочитав эти книги, вы узнаете, что пришлось пережить этим двум закадычным впоследствии друзьям.